Тема наставничества в высших школах приобретает все большую актуальность. Именно ей посвятили дискуссию, которая собрала в Техническом университете педагогов-наставников и их студентов. Множество проектов, которые пользуются успехом не только в нашем регионе, но и по всей стране, разработано именно этими ребятами под чутким руководством своих наставников. К примеру, команда факультета информационных технологий стабильно выходит в полуфинал чемпионата мира по программированию и занимает призовые места. Наставничество здесь, оно очень важно, потому что это взаимная заинтересованность студентов и преподавателей, сотрудников. Потому что, понимаете, очень важно при решении задач почувствовать вот этот вкус достижения от того, что задача получилась. Это чувство знакомо всем с малого детства. И очень ценно сохранить это чувство навсегда. Творческую встречу также посетил депутат Государственной Думы Владимир Кононов. Он наградил педагогов благодарственными письмами за активное участие в сфере наставничества. Это не просто так, это наш год, ваш год. Поэтому надо прожить его хорошо, получить хорошие результаты. Тем более это, если не ошибаюсь, второй у нас уже идет год из десятилетия науки и технологий. Вот, это тоже наше десятилетие, так что и год наш, дорогие друзья, и десятилетие наше. Вот, ну и наша страна, наша жизнь, нам здесь жить, работать, нам здесь заниматься наукой, потому что наука, конечно, это будущее любой страны. На круглом столе участникам представили и новые проекты. Один из них – стажировальня. Сервис позволит найти работу, опираясь на индивидуальные предпочтения в течение всего 10 минут. В прошлом году трое членов клуба «Цифромол» при точке кипения УГТУ выиграли грант по 1 миллиону рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап». Но и этим ребята не ограничиваются. В этом году мы думаем о том, что было бы здорово сделать классный фестиваль на тему истории и технологической интерпретации и воплощения истории. Это фестиваль «Волсториан». Вы первый, кто об этом слышите. Педагог-наставник – это не просто учитель, это куратор, который координирует, делится опытом и направляет в нужное русло подопечного. Именно поэтому наставничество интегрируется в современное образование, которое взращивает специалистов различных компетенций. Мадина Исмаилова, Марат Мигдиев, Ул Правда ТВ.